А вот, видите, нет забора. Вот это вот, где тротуар идет, там опорная стенка. На нее должны поставить еще забор. Не без эмоций рассказывает Леонид Литвиненко. Своему предприятию, которое находится в самом сердце заводского шоссе, он отдал половину жизни. Говорит, ремонт дороги ждали всем коллективом и даже обсуждали детали с подрядчиком. Однако в процессе дорожных работ вынужденно пострадал забор, закрывающий производственный объект, и некоторая часть подземных коммуникаций. Впрочем, глубокой обиды на строителей у Леонида Михайловича нет. Долгожданную дорогу отремонтировали на отлично. Спасибо за то, что сделали дорогу. Теперь вы видите такое движение с такой скоростью, и так приятно. За дорогу тут можно сказать только спасибо. Надеюсь, что все-таки на будущий год здесь пустят общественный транспорт. Он очень нужен. В настоящее время работы на заводском шоссе выполнены более чем на 80%. Специалистам осталось переложить 3500 квадратных метров дорожного полотна и порядка 20 высоковольтных кабелей. Что же касается поврежденных участков, которые пострадали во время ремонта, восстановить их представители подрядной организации обещают в кратчайшие сроки. Я надеюсь, что мы нашли техническое решение, и подрядчик это техническое решение исполнил. Кроме того, подрядчик обещал восстановить забор, вот который за моей спиной договорились, что в сентябре месяце этот забор будет восстановлен. Ставить забор на место планируют в начале сентября, а ближе к октябрю заменят поврежденные участки подземных коммуникаций. После того, как будут выполнены все восстановительные работы, дорожники приступят к внешнему конструктиву – установке барьерных ограждений, бордюров и дорожных разметок. Остановки общественного транспорта здесь уже появились. Впервые за много лет по этой дороге пустят автобусы для того, чтобы самарцы как можно быстрее смогли добраться до своих рабочих мест. По графику мы должны успеть до декабря. В общем-то, это вполне реализуемо. Подрядчики у нас все уже есть, материалы закупаем. Из экспертизы эти разделы вышли. Работаем. Специалистам дорожных служб предстоит решить вопросы с подъездными путями к предприятиям на заводском шоссе. Их нужно сделать максимально удобными для крупногабаритного транспорта. Глава города распорядилась ускорить темп работ и моментально реагировать на замечания руководителей производственных объектов, а также качественно и быстро устранять все недоработки, не дожидаясь очередных проверок. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События.